Всему миру тысячи женщин-политиков томятся в тюрьмах и трудовых лагерях. Это настоящие личности, настоящие героини. Это люди, которым есть что сказать своим соотечественникам. Они не должны сидеть за решеткой. Каждый день миссия США в ООН публикует фотографию политической заключенной. Все 20 портретов будут собраны на этой стене к моменту прибытия мировых лидеров на ежегодные заседания ООН. Никто из тех, кто приедет в Нью-Йорк и пройдет по Первой авеню, не сможет не увидеть портреты этих 20 женщин. По словам Саманты Пауэр, Вашингтон намерен продолжать поднимать вопрос о правах человека и судьбах этих политических заключенных, как по дипломатическим каналам, так и во время частных встреч с мировыми лидерами в этом месяце.